Новая лампа для фиалок. Распаковка. Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. С вами канал «Фиалки каждый день» и я, его ведущая, Ирина Лозовая. Сегодня на моем канале распаковка лампы. У меня перегорела лампа, я заказала новую. Сделала я это на Яндекс.Маркете, потому что теперь я так привыкла. Самоизоляция сделала свое дело. Я привыкла заказывать онлайн и больше по магазинам почти не хожу. Сейчас я ее буду распаковывать. Лампу я выбирала долго. Хотелось соответствие цены и качества. Последнюю лампу для своей коллекции я приобрела аж за 1220 рублей. А потом я выяснила, что я погорячилась, и лампы на самом деле бывают и дешевле, и очень качественные. И вот я теперь пробую разные лампы, которые качественные и дешевле, чем та, которая за 1220 рублей. Она сейчас 990. Это стоит 384 рубля. Взяла аж две. Вот такие вот лампы. Firelight. Значит, здесь 10 ватт. Ну, я купила их не за 10 ватт, я их купила их за 6500К. Это холодный белый свет. И здесь вот не написано, но в характеристиках есть. Здесь 900 люменов. Это вот то, что нужно. Можно немножко меньше люменов. Чуть-чуть можно больше люменов. Ну вот, я буду теперь с правильными люминами. Шесть тысяч пятьсот к кельвинов — это холодный белый свет. Сейчас я буду свой линейный светодиодный светильник Firelight распаковывать. Что интересно, что когда я в поисковую строку вводила светильник, нет, не светильник, лампа для растений, я не нашла эту лампу. А когда ввела уже линейный светодиодный светильник, то нашла. В комплект входит лампа, крепежи, соединительный шнур и сетевой шнур. Кнопка включения-выключения находится на самой лампе. Сетевой шнур, или как его там правильно называют, что-то там еще есть. Кажется, крепежи. А также есть крепление. Но они мне не пригодились, потому что я креплю свои лампы скотчем или канцелярскими резинками. Потому что у меня там есть такая возможность. Я выбирала лампу, фиалки у меня стали выглядеть вот так. Это дамплинг, видите, у него поднялись листья. Листочки верхний ярус поднялись, ему не хватает освещения. Со цветами, конечно, он меня радует. А розетка вот огорчает. Не успела нарасти и зацвела. Он в одной из статей у меня сфотографирован, есть его фотографии. И там листочки еще лежат, не приподнявшись. Вообще этот сорт обнимает, склонен обнимать листочками горшок. Он у меня в такой плошке. Решила, что ему лучше... когда он в ножке, решила попробовать. Вот видите, как все поднялось без нормальной лампы. Вот. И вот. Проблемы с освещением сказались. Проблемы с освещением сказались и на по линии Виардо. Видите, приподнялся листик. Так, сейчас, наверное, вот так вот будет видно. Вот это та самая лампа сейчас в работе. А вот у меня хозяйство, сверху у меня такие вот детки с нарастающими корнями. А вот там вот эта лампа. Меня радует. С момента распаковки на данный момент прошла уже неделя. Нареканий нет. Единственное, что все-таки надо, наверное, вторую лампу добавить, потому что, видите, края наоборот поднимаются, мне освещения с этой части не хватает. Там все-таки
на 45 сантиметров шириной маловато лампы. Рекомендуют, если ширина 60 сантиметров, то брать две лампы. У меня, видите, 45. Я, наверное, все-таки заведу нормальный стеллаж. Сверху сошью чехол от кота. Просто у этого есть чехольчик от кота. Ну, он вообще не от кота, это парник. Но когда у кота вдруг просыпается желание заняться фиалководством, он спасает мои фиалки от его зубов. Спасибо, что досмотрели до конца. Мне очень приятно. Подписывайтесь. Надеюсь, вас еще порадовать.